Итак, меня зовут Денис, мы на канале Фрейд Дэвис Плей. Мы продолжаем играть в игру Страйк. Страйк, кажется. Против бродяга. Или бродячий, или бродяга. Здесь мы. А что мы здесь? Мы нашли все. Или не все нашли? А, не, коробка. А чё, я ж находил. Раз, два, три, четыре. А, не, все найдено. Так, надо выходить отсюда. Ага. Что мне темновато. И? Опа, кто здесь? Как он мяукает? А, альт. Это я забыл. Вам-то этот день буквально там. А я все позабывал. Так, теперь надо вспомнить, как он говорит, что мне сделать. Ну что, записки не черных, так и записки о том, как починить передатчик. Ага, понятно. Да, давай отнесем маму здесь. Ага, окей. Мама там. Куда ты? Ёпты. Тихонько. Хавиш. Там наверху. Зачем, я не понимаю, роботам вентиляторы, ну, я имею в виду кондиционеры. Ну, мама. Привет, маленький кот, все еще ищет. Нет, я все нашел. Показать предметы. Рос. Это моя записная книга, я понял. Другой. Два. Вот он нашел записи, которые... Да. Три. Да, понятно. Все стоял хорошо. А, они исчезают. Подожди, действительно нашел все записные книжки. Он говорит, да. Вот что говорится в этой записке. Время. Можно прочитать. Ну, давай дальше. Это значит, что у нас будет все. Ага, хорошо. Еще док, мне жаль, что я вас сомневался. А чё, док, это ж кот. А, понятно. Обещаю вам медленный способ выбраться на поверхность. Хорошо. Если мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама. Ну, хорошо, окей. Кусок хлама. Это ж роутер обычный, воля работает. Да ладно. Пойдем. Ну, а. Блин, это Е-этап, это смысл, я не понимаю, ставить. Да, я потру тут немножко, где ковер. А, да, детка, годится. Ах ты ж. Бля, он даже не достал силы мысли. Там наверху не ещё... Со стороны, если установить прямо передатчик на самом верхнем, там... Может, мы сможем обычно. Хорошо, возможно. Все еще там, если вы хотите. Окей. Ого, вот это. О, куда? Ты единственный код сломал. Быстро, чтобы сворков. Спасибо, блин. Как стоит. Что такое музяка? Откуда она взялась? Любит музыку. Так, ты нужен на маленький аутсайдер. Охренел? Кайс вообще обзывается. Куда ты мне приемник засунул? Вот что мне интересно. Кот. Ой, кот, этот самый. Бибишка. Бибишка, ёпта. Так. И куда? На высоту? А, так тут.
Погоди-ка. Это ж ты меня пускаешь к этим тараканам, прусакам. Тут у нас ничего никуда, ну. Пум. Надо же тараканы будут. Так, наверх. Крыша. А, вон, толпа, ёпта. Да ладно, это надо прогадывать наперед, смотреть. Так. Это у нас ящик, лестница, да? Это получается на ящик, на лестнице и туда наверх или как? Тут не пройти никак же, правильно? А вот там раз. Туда по трубе, не? Никак? Не, нельзя, слышь. Никак. А смысл? Не хочу я. Так если я привлеку, что делать? Я понял, что надо привлечь, чтобы туда оттуда отошел, чтобы я тут побежал дальше. Ладно. Ты, бля. Толпа, ебаный рот. Все, пошли все в жопу, ничего не знаю. О, автосохранение. Шо это? Пресете. А шо это было? Не пойму. А это покатилось это? Да не. Охренеть. Сыканул. Так, это сюда. Нам куда? А нам вот туда. Ага, это надо их каждый раз подзывать. Да, нам не туда. Каждый раз надо подзывать, чтоб они бежали сюда. Прыг, блядь! Побежал! А чё ты не бегаешь тут? О! Что это такое? Они же там пырскают чем-то лишь. Сыкотно, ёпта. У меня с монитором, что так темно. У меня был этот самый. Приложуха настроена на темный. Так. Туда. Ага, вот туда. Шмех. Тихо. Вот там что-то светится. Город полный. Так было всегда. Значит, мы настроены на линии, элементы трех щелках. Но не радужную лампу. Видите? Пидорасы, что ли? Радужная лампа. Твои дома, темные волки, как же не знаю. Как волосы. Ага. Хуйня. Радужные лампы, блядь, радужные пони, нахуй. Не. А куда мне бежать? Не понял. Так, подожди, надо подумать. Только чем? Чем думать-то, ёпта? Не, ну сюда, наверное. Не. Бля, ты посмотри-то.
Ой-ой-ой. Я думал, мне туда. Так. Сюда хуйня. О как. Мр. Угу. Так, надо подвинуть. Где дырка? А если сверху запрыгнуть? Не, не поедет. Ага, так не ездит, ну ладно. Херакс. Хотел сказать, не упасть бы, а тут специально сделано, чтоб она остановилась наверняка. Сделали бы нормально, по-человечески. Было бы прикольней. Эй! Ёпарас, это я думал не допрыгнул. Так, тут нема никого, а вон они. А не, там тоже никого нет. Что это? А это музыка такая. Наверх? Тут ничего нема? Вот эти дополняшки всякие, всякие эти самые, ищешь их там. Голову ломаешь. Прыгай. Ёпарас, это Татьяна. О, бля, о. Иди, не открывай! Да ну нахрен. О, слушай, женщины поломают. А если я... Ага. Ну да, я могу открыть. Сейчас реально там поломают ее. Так, давай сейчас... Куда? Побежали. Херакс? Херакс? Ух ты! Паразитес. Один маленький паразитес. Бля, ты посмотри. Ой, зашибись. О-о-о. Блин, а как с этим бороться? Где он? Он сдох? Че, реально он помер? Тю. Я скинул его и все? Что вообще такое? Что вы себе представляете? Тю, да. А, то нормально, тогда еще можно жить. Давай, надо валить нахер. Так, тут ничего. Ля, все в этой слизи. Это ж... Получается, что это? Хотел сказать облака. Ой. Это ж крыши. Это ж, получается, не должно быть ничего тут. Ну, высоко. А тут вообще все... О, ни хрена себе. Тут все вообще поглощено этой ерундой. Они не повылупляются. Называют, сейчас я узнаю. Так, а куда? Ага, вон доска. Хоп. Бабах, тишина, никто ничего не слышит. А где звук? Нема ничего. Ничего нема. Тихо, куда ты? Нема? Пусто? Помяукаем. Ох ты, ёшки-батрёшки, у меня аж мурашки по коже. Детка. Так, о, и там тоже. Мне показалось, там.
Так, если... Мимо ничего, да? А смысл мне тех, да? Резон, мне туда же надо бежать. Или здесь какая-то есть подвох? Какая-то подвох есть. Да не вроде. Ага, эти тут пробегут вообще без проблем. Короче, будем как-то пробовать. Ой, фу, гадость. Не, тихо, вот сюда. Сюда. Потом вот 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 сюда. Потом сюда. 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 Побежали, 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 побежали. Ничего не знаю, пошел в жопу. Отъебись от меня. Ух ты, ёпты. Вот это я понимаю. Рефлексы, как у мангуста. Так, вон толпа их. Здесь нету? Здесь вроде нету. Фух, так. Если я позову... Они смогут там прибежать? А, там закрыто. Ага. Там закрыто. А зачем мне эта бочка? А, бочку я должен прокатить, да, чтобы залезть он на ту шокенс. Так, ладно, сейчас. Ой. О, на это самое, понимаешь. Что здесь? О, Нека. Корпорация Неко, окей. Они отвечали за... так это они во всем виноваты. Когда мусор с верхнего этажа приполнял трущобы, они попытались разработать бактерии. Ах ты, после чрезвычайных людей бактерии мутировали, выросли, стали пожирать не только мусор. Так и появились зубки. Тараканы, блин. Ох уж эти Нека. Хотя Нека... Нека же, да, правильно? Неко, да. Есть тот самый. Эта фирма делает... Вроде бы, я точно не помню, память повесил. Это Asus раньше была фирма. Такая мощная. И... А, Нек, Нек, просто Нек. Кажется, да. Делала эти, блин, как же открывать, сидюки, во, сидерома, давай, партизаны, ух ты, хуя себе, блин, что-то у меня кнопка тю-тю, а, все, блин, обосрались, серые мелкие, не бежите сюда. Потому что настолько умные. Или настолько. Да стой. Ой. Шмых. 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 Йо, прецедента, вы задолбали. Сколько у вас? Ух ты, посмотри, ёпты, бля. Прыгайте, суки. Вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О. Трое рухнули. Здесь пятеро. Шмех. Они что, плюются или что? Не понял, что они... Не лопнули? Да, лопнул. Да вы шо? Охренеть. Ёлки-моталки. Так элементарно. Бля. Все, я не буду баловаться. Я не буду баловаться больше никогда. Давай.
А, ёп, наш открытие. Ты обуксанул. Ну-то прыгай. Там я забрал? Ага, вся история. Дрифт. Шу, дрифтер. Шу. Сейчас на свету. Фдзю. Фдзю. Ой. Фдзю. Фдзю. Так, ладно. Хопа, побежали. Побежали, рвем когти. Рвем когти. Давай. Партизаны. Вай. Блин, да падай. О, наконец-то. Все, годится. Что это? Что, лопнули? А не, вон толпа целая. Давай. Годится. Так, не будем баловаться. Быстренько там пробегаем. Там лопаются. Так, годится. Сейчас отсюда. Мяу. Попадали половина, чё они, блин, не это самое. Не понял. Что-то пошло не по плану. Бля, как шарики лопаются. О, еще один упал. А разница какая? Блин, разбивается что? Эх, не видать нихера. Давай. О, годится, побежал. Бля, один там застрял. Хоп. Че у нас там? Да не трясись. Никого нет, да? Вроде нету. Это ж такое говно, оно выпадает откуда угодно. Не мяукай. Надо быть в полной тишине. Так, подожди, надо пройтись, посмотреть. Вроде никого. И ничего. Ой. Так, давай. Чмех. И шо, а, лифт. И сейчас там толпа, бля, как выбежит. Ребята, откуда вы? Вот это я должен бегать, это круги наматывает. Нихера себе толпа. Вай, моя ошибка. Нормально. Живем пока. Еще выпали. Да ну нахрен. Все, годится, поехали. Ля-ля-ля-ля, облепиха. Фух, аж труханит. Вот это да. Не ожидали. Шмурашки побожили. Так, мне наверх. Не открывай, ну ясен. Я как бы не сильно хочу. Так, сюда. Чисто? Вроде чисто. Это понятно. Ничего такого нету. Ничего нету. А, ага. Прямо передача. Вот это этих самых антенн. На, это все внесено. И при том, что вверху еще. А, ну да, это просто. Все понятно. Так что тут жили роботы, я так понял. Они убирали мусор, который срали люди, грубо говоря.
и со временем просто мусора начал становиться больше. И решили сделать этот неко. Решили сделать этот сам, бактерию, так сказать. Но бактерия эволюционировала. Так, смотри, какой вид отсюда выглядит очень красиво. Да, ошибись. Я посмотрел, как ты побегал, обалдел, посидишь у меня на спине там. Вспомнил город. Он должен был стать убежищем. Те огни... Шо? А. Те огни похожи на звезды, но это всего лишь фонари. На герметической крыше закрытого города. Дальше. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить тебя от аутсайдера. Но это им дорого обошлось. Отсюда выхода нет. Аутсайдер был ужасным местом. И совершенно бесплодным. Не предлагаю для жизни опасно. Я не могу понять. Если. Так, ну если ты приходишь отсюда, значит там снова безопасно. А, ну да, получается, что он же упал сверху. Да, и это жизнь, типа. И я обещал не просто пойти в аутсайдера. Обещал открыть. Так подожди, это получается. Люди спусти. А, так тут жили люди. Что я неправильно рассуждаю, это получается. Я до сих пор не понимаю. Не понимаю, почему один воспользовался возвращением ко мне, а другой нет. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть дверь. О, открыть город. Мы вернемся и найдем Мома. Теперь, когда мы подключили прямо передачу, нам нужно надеяться на помощь. Если она есть там. Логично. Это ж получается там, вверху. Это просто купол. Там не люди. Люди были там, внизу. А роботы им помогали. Ну так получается. Вот в чем дело-то, а? Печально. Трущобы, часть вторая. Робокоп. Ты зачем мне мячик мой в землю, в этот, в палас вогнал? Опа, нашечки. Это, блядь, иллюзия. Запись-ка. Так, маленький аутсайдер. Если ты это читаешь, значит ты еще живой. Отлично. Зашибись. Я отнес как... Кое-какое оборудование в бар, чтобы воспользоваться их антенной. Летают, иди отсюда, комары. Давай встретимся там. Хорошо. Я забронировал окно. А ты. На кое, чтобы его открыть, очень просто. Это. Шо? Будь внимательный, Увидимся парикова. А, должно быть код от окна для кода. Да, конечно. Ты код видел вообще? Код, ты код видел? Так, ладно, тут ничего нет, смысла тут сшиваться, правильно? Ничего тут нового. Это этот код. Вот замок для окна. Мне кажется, это... Шо? Ты обалдел? Я в шоке, это шутник? Так, в баре это хорошо.
А где бар? А? Вот обар? А ну. Давай, я могу, кажется, он будет... Обрадовался, надо узнать, что происходит. Не, я понял. В баре. А какой бар? То грин какой-то. Должен быть написан бар. Может в том? Может в том? Ой. О, а вон что такое? Ну что бар? Вон, вон маму. Мама. Мама, блин, да прыгай уже. Мама, мама, ой, ёпары сытая. Мама. Мама, 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 мама. Чё не навинулся, слышь. Мама. Здорово. Да, привет, привет. Где сюда мне удалось поднять сигнал? Отлично. Да тихо, блин. Хуевший такой. Ты что? Здорово. А где ты улыбаешься, улыбаешься? Ладно, да-да-да-да-да. Давай по... Ну хрена ты музыку включил. Давай, смогу ли я заставить... Окей, давай, работай. Шо это такое? Почти получилось. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Прием, да, мы только слышим. Мистер Щоп, мы пытаемся отсюда выбраться. Погоди, это ты из Балтазар? Момо? Я не могу поверить. Я так рад слышать твой голос, Балтазар. Почему поздно нельзя было? Балтазар, нет, с Балтазар. Ты где? Остальные в порядке? Да, безопасность. Мы нашли путь наверх, прикольно. Прием, ты все еще меня слышишь? Что добраться до нас? Тебе нужно пойти через канализацию. Да я, блин, только там недавно был. Очень опасно. Везде зурги. Зашибись. Канализацию? Ну как? Прием. Черт, сигнал пропал. Не могу поверить. Балтазар жив. Ему и другим аутсайдерам удалось подняться на поверхность. Ну ладно, я приукрасил. Канализация — самое опасное место в трущобах. Но есть... Но если с Балтазар выжил, с Балтазар, блин, то и у нас получится. Наверное. Балтазар. Ни хрена себе наговорил. Чё там? Так, вам ни за что в жизни не пробораться через канализацию. Там все кишит тараканами. Они быстро, быстро с вами разберутся. Да-да-да, с вами будет хорошо. Многие уже пытались обращать, но ничего не получилось. Так, в данном случае я тебя предупреждал, а твои дела меня не касаются. Все. Алкашка, челкаш. Фуф, Шеймус. Вот это голосок. Его отец, Док, был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для... борьбы с тараканами. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство и так и не вернулся. С тех пор сам на себя не похож. Оружие. Оружие. Значит, есть какое-то оружие. Шеймус. Не слушай его. Он просто напуган.
Как и я раньше. Ладно. Если док задал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записке записной книжке док несколько раз упоминался секретную лабораторию. Должно быть, именно там он над этим работал. Я читал какую-то книжку про док. В квартире Шеймуса может быть подсказка за мной. А квартира Шеймуса — это что-то вверху, которой или нет? А что оно? Что это? Опа! Предмет. Лучший работник месяца. А-а-а. Так он один, единственный остался. Что там? Да ёпакс. Что тут? Да ну его в пень. А, да ты шлёпаешь. А. Так и халатик ничего так с... розовыми. Розовый с розовыми. О, можно вверх. Шмех. Шеймус, открывай, нужен. Открывай. Открывайте, полиция. Твой отец хотел бы нам помочь. Ты это знаешь, да-да-да, давай. И хер, да? Что ж, это все было ожидать. Шеймус очень любил извиняться. Да-да-да. Вам больше... Он больше слышать не хотел об аутсайдерах. Окей, кажется, у меня есть идея, дальше. Шо, шо за идея? Ты куда? Шо, в чем дело? А, мне вниз. А я думал, мне вверх. Вот мне записанную книжку для этого. Окей, давай. Ой, держи, что я читал. Она содержит мою информацию, которую она делает. Окей, так, здесь на лаборатории мы... Да не может быть, чтоб код был такой, это самое, непреодолимый. А ну повернись, хоть что-нибудь скажи. И нихера пухер. А? Повернешься? Еба. Ну, и шо? Охренеть, скота спотыкнулась. Об кота. Так, я пойду обратно в бар, чтобы остановить связь. Окей. Все, пошли, быстрее. Шухер, менты. Ёбана рот. Показать предмет. Не выёбся. Что это? Погоди. Это моего папы. Ого! Ого! Я и не знал. В нашей квартире тайная комната? Но где? Ноты. Ноты. А может, ноты? К сожалению, у меня имеет инструмент. А ну, а еще? А, ну ладно. Так, подожди, где-то есть... Опа-на! Вперед. Время покажет. Опа-на, давай еще. Давай, все, ломай. Нихуяшечка. Так, давай еще. Опа-на! Так. Хе-хе-хе. А шо водить? Водить-то нечего. А, время покажет.
2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Ху-ху! Время показало. Чмех! Ни хрена себе полетело. Чпук. Вот так вот, вот те, ага, вот они эти самые чебура... Ля, он что, живой? Что это? Подожди, подожди, не так быстро. Так, нам приятные звуки, нам отсутствие... О, как громко как-то играет. Старое человеческое время, так, поедает все виды материалов, так, реагирует на интенсивный свет. Реагирует на интенсивный свет. Чё-то громкая музыка. Первый раз вижу эту комнату, не могу поверить, что ему удалось скрыть ее от меня. Вот. Семья должна быть для оружия против зубов. Папа всегда скрывал на это. На чем-то. Он сказал, что в течение... что в теории оружия должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из последнего. Так, окей, понятно. Так, подожди, чертежи, оружие. Оружие, чертежи. Вот тут топ-дом. Ящики, как всегда. Что там, что там? Бля, Лех, не так. Рация? Что это, бля? Да это понятно. Откройся. Что это? Сломанный трекер. Осмотреть. Осмотрел, блин. Обосраться. Так, ладно, пошли дальше. Тут что? Тут ничего нету. О, еще. Ничего. О, та-та-та-та-та-та-та-та. Отстань, блядь. Да нахер ты? Слезь. Не понял. Где коробка? Человек пизданет сверху. Ну ладно. Так, тут, а? Давай посмотрим. Схема деплю. Ну, самое главное, цепь. Уничтожи 20 тараканов. В секунду. Дефлюксора. Схема дефлюксора. Концентрированный свет, несколько определенных размеров, мощность шума, децибелах высокого... А, ну понятно, короче, уничтожает 20 зургов. Все остальное мне все, да-да-да-да, одно место. Наверх мне нельзя, сюда мне можно. Это что? Газета. Сенсация. Робот Нео, внимание, контроль над зургами потерян. Теперь они едят металл. Охуенно. Охуенно. Так а шо? И шо, и все. Нашел трекер. Нашел же что-нибудь. Да, нашел трекер. Поломанный. Погоди, я это раньше уже видел. Это... Блин, зашибись. Папа всегда использовал трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел. Давай. Я не уверен, что папа все еще может быть жив. Я так... Да, хрен его знает. Тебе нужно оружие против зургов, верно? Да, да, да. Мой папа точно взял его с собой. Это понятно. Но только починить трюки, чтобы найти кто-нибудь в трущобах тебе поможет. Иди за мной. Пошли. А ты сможешь наебнуться? Хуй. А тут наебнуться. А тут где-то был какая-то штука, чтоб это самое правило нету, да? Но
ты меня выгнал или что? Опа, это что такое? Тихо. Так, еще ноты для игры на гитаре, чтобы поднять настроение. Если найдете, принеси мне. Я живу рядом с лифтом. Рядом с лифтом. Ну, мы идем? Должен починить третью дверь. Думаю, что-нибудь. Может, кто-нибудь ушел, тебе поможет. Отлично, ты... Ага. Все, тебе починить. Я понял, ты мне отдал. Я просто думал, ты мне не отдал. Это самое. Лифт. Лифт. Сейчас, подожди, мне нужен лифт. А ну, наебнёшься? Не наебнулся. Лифт. Ой, вот ты злой. Мне нужен лифт. Откройте. Когда ты ты, где нас нарушители свободы? Убери. Шо? Шо за... Никто ничего не говорит. Полная тишина, ничего нет. А где лифт? Лифт какой-то. Лифт. Рядом с лифтом. Лифт. Дизайнер бабушка? Меня больше туда дизайнер бабушка интересовал. Прачечная меняльщик. Программист. О, программист. А, последний. Самый последний. Красный. Программист. Ты программист? А, вот это оно? Нет. А, это Барт. Программист. Подожди. Вроде сюда. Ага, вот программист, бабушка программист. Это шо? Ты... Программист. Не стучай в двери. Не жду, пока он откроет. Программист. Я умею только так. Поговорить с тобой. Прикольно, конечно. Ну, спасибо, он будет работать. Он уже не... У нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь найду выход. Окей, так, назад. Спишь, видишь? Не спать. Тебе нужно найти... Он вон там. Где? Опа, что интересно. Ноты. Мне нужно это самое. Тут что ли? Ой. Мне нужно того чувака. А, тут второй этаж есть. Где лифт? Мне надо ноты ему отдать. Программист. Чё ты трусишься? Что так? Что за? Что тебе с рыльцем? Ты колбасит его. Да, чем могу помочь? Вот чем. Вот, отличный рейкер. Я знаю эту модель. Это ля-ля-ля FZ 2000. С помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно, да, можно. Не знаю, как его починить. Хорош трястись. Починить, но когда я так дрожу, все понятно. Я даже клавиатуру пользоваться не могу. Не знаю... Заболела. Я или хорошо, чувствую себя неважно. Так, я не могу работать. Я понял, думаю, мне нужно одеяло. Ты, блядь, ты робот. Какое тебе одеяло? Какое тебе одеяло? Ох, ёбарысы ты. Шутишь, наверное. Блин, на ёбарысы.
Вау, дерево. Вон одеяло. Это дерево. Настоящее чудо. Прикольно. Удивительно. Человеческая изобретательность нашла способ, чтобы создать различные процессы без солнечного света. Они живут, нужно деревья для очень... Для чистки воды. Это без солнечного света такое дерево? Хочу сейчас. Роботам это нужно... Ага, именно это. Хотел понятно. Так, одеяло. Одеяло, одеяло. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я думал, оторвется, она открылась. Бар. А. Да. Я понял, трястись, хорошо. А если так? Не открывается. Одеяло. Здесь нет. Его, наверное, в принципе здесь нет. С тобой, чувак. На счастье я похоже. Так, немного. Это могут привязать нашего предков. Хорошо, так, если кое-что взяться за работу, лучше принеси ему какую-нибудь одежду. Наверное, это самое. Бабушка вот там. Понял. Открывай. Походу, скорее всего, та бабушка. Как там было? Вот. Вот эта одежда. Правильно? Туда идти, значит. Мне нужна бабушка. Дай одеяло. Ты бабушка? Дизайнер бабушка. Окей. Бабушка. У тебя явно не бабушкин голос, ну ладно. Я очень люблю вязать. Я уже создал шарф на ебать. Я 769 километров. Ёпарасете. Занятие. Тихо, остановись, не так быстро. Так, если не принесешь мне кусок электрического... Бля. Вы задолбали. Квест на квесте. Я забуду, что мне делать вначале. Я смогу сделать тебе... Пончо? Хрена мне пончо. Так. Ага, понятно. Ого, сколько мы уже играем. Выглядишь материал здесь нелегко. Так, я понял, хорошо, так. Все. На сегодня хватит. Да, на сегодня хватит. Всем спасибо, всем удачи, не болейте, не хворайте. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Все, всем пока.